Сегодня 12 июля. Чтобы преодолеть страшные последствия неурожая, 140 лет назад, 12 июля 1880 года, Самарское губернское собрание приняло решение попросить Кабинет министров Российской империи выделить 918 тысяч рублей. Просьба эта была рассмотрена и выполнена, но несколько позже. Только в самом конце лета российский государь Александр II дал свое высочайшее разрешение на отпуск испрашиваемый Самарским земством суды на счет общего по империи продовольственного капиталом срока на 3 года. К сожалению, от страшного голода эти меры не спасли. Ежегодно 12 июля во всем мире свой профессиональный праздник отмечают бортпроводники гражданской авиации. Кроме того, во второе воскресенье июля в некоторых странах отмечается профессиональный праздник – День рыбака. А еще сегодня День российской почты. Июля были рождены советский летчик-испытатель, герой Советского Союза Степан Микоян, советский российский рок-музыкант, певец, автор песен, солист и один из основателей группы «Ария» и группы «Кипелов» Валерий Кипелов, российский актер театра и кино Евгений Дворжецкий и другие известные люди. В народном календаре сегодня Петров день, Петры Павлы. Крестьяне в ту пору следили за приметами погоды. Если в Петров день идет дождь, то весь сенокос будет мокрым. В то же время смена погоды в течение дня, когда за дождем следовало солнце, а затем снова шел дождь, сулило плодородие. В то же время смена погоды в течение дня, когда за дождем следовало солнце, а затем снова шел дождь, сулило плодородие. Это были лишь некоторые интересные события, случившиеся в 12 день июля. Всего вам самого доброго!